все уже пробитые. Подлечить-то, конечно, можно, но не хватит этого всего, чтобы подлечиться. Так хорошо шел, и эти гады... Вот... Ладно, давайте на смертный бой, потому что это, скорее всего, будет смерть для наших ребят. Третий уровень сложности — это не хухры-мухры. Что-то я по количеству зомби не вижу тут третьего уровня. Видимо, где-то будет сигнализация просто. Или какой-то еще предмет, привлекающий зомбаков. Скорее всего. Да, зараза! Спасайте! Ёшкин, матрёшкин, просто на одном хп, наверное. Да чё вы просираете чуваков-то вообще? Вы видели это? Вы видели это дерьмо? Двоих чуть не загребли на тот свет. О, здрасте, бомба, спасибо, я понял. Полина. Попробую разминировать. Понятно. Надо найти ножницы. Двенадцать секунд. Не успеем. Не успеем. Не нашли, блин. Тут сейчас двое сдохнут просто-напросто. Ну, один уж точно. Конечно. Здрасте, приехали. Нафиг. Просто сразу нафиг. Вот вам и прикол. Бомбы. Без ножниц нифига не получится. Блин, ну это было жестко, когда загребли чувака, просто в толпу зомби его кинули. Пробуем еще раз, посмотрим, какие условия будут на этот раз. Судя по всему, те же. Они рандомятся, видимо, в разные дни. Да вы заколебали уже парня моего трогать. Ну все, почти сожрали опять-таки. Зараза. Они везде. Ну здесь уже обычные, по-моему. О, жесть. Это жесть. Все, все обыскиваем. Надо найти бинты по-хорошему. Так, это сюда. Ты здесь. Ты здесь. Не дай бог, я сейчас какую-нибудь сигнализацию включу. Это будет весело. Хорошее продолжение, хорошая миссия. Чё у нас там? Броня? О, серебряная броня, серебряная кольчуга. Нет, пластинчатая, не кольчуга, пластинчатая броня. Все, building looted, и надо забрать эту самую пластинчатую броню. Серебряную, но серебро это, блин, это что-то жирно, знаете, господа. Конечно, я две штучки серебра нашел, но серебряная броня, это что, с оборотнями, что ли?
собираетесь сражаться? Ну вот, видите, в общем-то, зомби мало, но один раз нафиг один окочурился, второй раз чуть не окочурился. Все. Дальше будет жестче. Еще жестче. Я боюсь. Такс. По-хорошему сюда надо переместиться. Посмотрим, что там нужно. 45 дэмэджа поглощает. Ну, блин, здесь коппер надо. 5 серебра. У меня только 2. И то я нашел эти 2 на этом уровне. У меня меди вообще нету. Я ее вроде собираю. Она и куда-то девается, как будто постоянно. Жесть. Аптечек нету. Надо бы что-нибудь скрафтить. Отлично. Клоуз тоже нет. Я, по-моему, собирал дофигища клоуза, а его нету опять-таки. У меня же было 20 с хреном. И куда все подевалось? А, я скрафтил броню. Я молодец, как всегда. Такс. Надо сюда выдвигаться, пока не поздно. Move out. Там надо заблочить просто разветвление. Двойку потом захватить. Все будет нормально. Здрасте. Повернись же ты обратно. Надеюсь, тут всяких сплиттеров, джамперов не особо много. И смоукеров. Тоже опасная штука. Если с остальными действует в сговоре. Так, все, 6 раз осталось. Я думаю, все они в здании. Сейчас посмотрим. Здрасте. Этого через окно, наверное, выцепить получится, скорее всего. Так. И что это? Я что-то не понимаю, это улица, не улица, как туда зайти? Видимо, там кнопка где-то должна быть, которая открывает этот отсек в здании. Ну ладно, давайте сначала зомби на улице убьем. Потом посмотрим, что там касается лута. И что вот это вот за помещение, и как туда пройти. Я не вижу, там вообще есть дверь. Окна вижу, дверей не вижу. Возможно, там даже дверей-то нету. Ну, они куда-то прутся, конечно, но... Тут есть что обыскивать. Не, это просто так. Может быть, какая-нибудь допросная камера? Хотя, нафига допросная камера, если там нет входа и выхода? Так, все обыскиваем. Это займет, я думаю, немного времени. Это что у нас? Декой, приманка, да? Ну, может, когда-нибудь и пригодится. Но это надо знать, на какую миссию ты идешь. Потому что здесь рандом все-таки. Не с собой же все время таскать в инвентаре. А вот это вот опасно. Вот эта вот штука. Я, слава богу, ничего такого не произошло. Такс, тебе бы не помешало полечиться, а не говорить, что твой рюкзак полон. Так, и здесь тоже много всего. Давайте посмотрим. Ну так, фигня.
Какого черта? А, ну, не того выбрал. И здесь у нас пистолет. Давайте возьмем пистолет, я не знаю. Мало ли. Чего? А, ну да, опять не ты. Так, фудкрейт не забираем. Ну и плевать на этот фудкрейт. Че, билдинг лутат или не лутат? Я что-то пропустил опять мимо ушей. Казалось, что была надпись где-то здесь. Еще раз показался, где действительно была надпись. Два раза не кажется обычно. Не, видать, показалось. Да, нафиг отсюда уходим. Я думаю, вряд ли мы здесь что-то более ценное, чем этот никчемный блюпринт найдем. Ну, медь. Хорошо. Ну, серебро, ну, тоже хорошо, да. Но мало, блин. Надо только медь и серебро находить, чтобы сделать все то, что я хочу сделать. Так. Пропускаем сутки. Слава богу, нападения не было. Ну, из этого треугольника только один выход через двойку. Надо его скорее захватывать, потому что надо преградить просто выход к этой точке, к этой точке, к этой точке. Все слишком для зомби открыто пока что. Ну, я думаю, мы справимся. Нас лечиться, конечно, нечем, но надеюсь, что ничего страшного не произойдет. Еще, судя по звукам, выживший. И сразу же зомби поперлись, вообще зашибись. Хорошее начало. Отвалить его от выжившего, нифига себе. Он может за себя постоять. Отлично. Сзади накидывается и даже не замечает. Надо валить срочно вперед. Да и тебя! Отвалите, короче говоря. Зараза, так и будет приставать. К этому уже начали приставать. Отлично. Да убейте вы его! Еще, наверное, дверь закрыта. Конечно. Здрасте, приехали. Дверь закрыта. Надо искать. Да, отвалите нафиг. Где эта кнопка? Фиг его знает. Что тут скажешь. Но где-то она есть. Скрытая. Не-не-не-не-не, эсет не надо. Может, в коробке? Нет? Отвалите вы от моей туши. Надо срочно вообще все тут обыскать. Давай быстрее. Вот это, наверное, кнопка. Нет, не кнопка. Да зараза. Да помоги-то, другану. Ну что ты тупишь-то? Да не надо мне этого вашего. Где сраная кнопка, мать вашу?